С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании Hans. Это ТК-158В. Набор состоит из 158 предметов. Hans — это набор профессиональный, с пожизненной гарантией, выдерживает высокие нагрузки и в основном используется на предприятиях или СТО. Но также вы можете набор приобрести для обслуживания собственного автомобиля. Набор поставляется, такая бумажная упаковка сверху идет. Видите, lifetime, пожизненная гарантия. Hans, комплектация набора на упаковке. Ну и сзади полностью модельный ряд инструментов Hans. То есть здесь вы можете подобрать еще дополнительный набор для себя. В наборе вот такая вот идет поролоновая прокладка. В наборах Hans она очень хорошего качества. Видите, здесь на ней даже указана комплектация самого набора. Ну и сама она не тонкая. То есть применяется для того, чтобы инструмент у вас не болтался по набору, не дребезжал во время переноски. В наборе два рабочих квадрата, 1,4 и квадрат 1,2. Соответственно, под них идут трещотки. Трещотки в наборе идут на 48 зубьев. То есть они идут силовые. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 260 мм. Рукоятка полностью из пластика. И надпись Hans на пластике идет и надпись Hans идет на металле. Также идет номер согласно каталогу. Весь профессиональный инструмент, включая также и Hans, имеет номер по каталогу. То есть бумажный каталог идет, допустим, или Force, или Hans, или Johnsway. Вот у них идут номера. Также это есть и у Hans. То есть если вы трещотку потеряете, или набор, какую-то единицу инструмента и набора, вы можете подобрать такую же самую единицу по номеру согласно каталогу. Так, трещотка идет прямая, она идет разборная, но здесь не винты, а здесь разжимается вот такая вот клипса. И вытягивается механизм. То есть можете или обслужить трещотку, или заменить сам механизм внутренний. Также к трещоткам идут вот такие круглые монеты. Они применяются для того, чтобы можно было докрутить гайку в труднодоступном месте. То есть, чтобы вам не дергать ручкой вправо-влево, закручивая, вы можете просто вот так держать ручку и вот этой монетой докручивать гайку, а дальше дожимать. В общем, удобная вещь. И трещотка идет в наборе под квадрат 1,4. Длина трещотки под квадрат 1,4 150 мм. Также пластиковая ручка, имеет номер согласно каталога, 48 зубьев, реверс и быстрый сброс головки. Также есть вот такая монета. Отверточная рукоятка применяется с битами или с головками под квадрат 1,4. С битами применяется через переходник, который идет также в наборе. Вставляете нужную биту. Также можете подсоединять трещотку. Есть квадрат в рукоятке. Длина данной отверточной рукоятки составляет 150 мм. Рукоятка из пластика, есть логотип Hans. Ну а здесь надпись Chrome Vanadi, это материал изготовления, из которого изготовлен инструмент в наборе. Так, в наборе есть три воротка. Есть Т-образный, есть шарнирный вороток и Г-образный. Сейчас я покажу все по отдельности. Вот это вот вороток у нас шарнирный. Длина его 380 мм. Имеет вот такую пластиковую рукоятку на конце для удобства. Также номер согласно каталогу, это я уже показывал. И надпись на металле Hans. Вот этот вот механизм, который здесь вращается, его можно заменить. То есть он дополнительно докупается, если у вас он полетел или... Не знаю, ну сломать его, конечно, тут нужно очень сильно приложиться. Далее, вороток Т-образный, длина его 300 мм. Это под квадрат 1,2. И также такой вороток есть под квадрат 1,4 Т-образный, длина 115 мм. Вороток Г-образный, длина его 250 мм. Подсоединяются головки
Можете или снизу подсоединять рукоятки, вот, или также подсоединять на вперед его. То есть воротки здесь трех видов. То есть гайки срывать трещотками не придется. Далее удлинители под квадрат 1,2. Два удлинителя 250 и 125 мм. Так, под квадрат 1,4. Также два удлинителя. Идет 100 и 50 мм. Также в комплекте есть под квадрат 1,4 гибкий удлинитель длиной 150 мм. Это для труднодоступных мест. Есть переходник для работы с шуруповертом. Сюда вы можете подставлять биты, которые идут в наборе. Сейчас я их покажу. Кстати, вот этот переходник идет с магнитом внутри. Молоток. В комплекте идет один молоток. Длина его 320 мм. Деревянная ручка, указывается, что это орех. И вес молотка составляет 500 грамм. Биты. Биты в наборе идут под квадрат 1,4. И они вот в таких вот боксах пластиковых. То есть они вытягиваются, можно применять их с шуруповертом. Для этого есть переходник, который я уже показывал. Биты шестигранные, торкс, шлицевые, торкс с отверстием и крестовые. Карданы. Два кардана, квадрат 1,4 и квадрат 1,2. Карданы здесь скреплены не винтами, здесь заклепки, но они здесь полностью заклепаны внутрь. То есть не металлические вставки, а полностью проклепаны. То есть ну, хорошее качество, видно сразу, что ну, сделано, как говорят, на совесть. Две головки свечные, 16 мм и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала во время откручивания. Два набора ключей Г-образных. Ключи торкс на таких пластиковых боксах идут. И ключи Г-образные, шестигранные с шаром. Так, теперь головки. В наборе идут головки с шестигранным профилем. Есть головки торкс, есть головки длинные и шестигранные. Шестигранные короткие. Под квадрат 1,4 вот находится с одной стороны кейса. И под квадрат 1,2 идут в ряд. Головок здесь общее количество коротких 33 штуки. Самая маленькая у нас на 4 мм, 6 граней. И самая большая головка 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 246 грамм, то есть она тяжелая довольно. Что на головке указывают? 32 мм размер, логотип Hans и номер согласно каталога. Как видите, половина головки идет матовая, половина идет глянцевая. Головки короткие, вернее не короткие, а длинные. 13 штук в комплекте, 6 мм самая маленькая и самая большая у нас 22 мм. Это длинные. Шестигранные. И головки торкс. В наборе их немного. Здесь их всего лишь 9 штук. Самая маленькая это Е4 торкс. И самая большая головка у нас идет Е16. Так, по нижнему кейсу все показал. Теперь верхняя крышка. В верхней крышке идут ключи, довольно большой набор комбинированных ключей. Здесь их идет общее количество 17 штук. Самый маленький ключ 6 мм. Очень плотно они входят в свои эти места, где они находятся. И ключ самый большой на 24 комбинированный. Также номер согласно каталогу есть. Далее, плоскогубцы
В наборе идут плоскогубцы и идут кусачки. Длина их 180 мм. Сверху имеет вот такое защитное, я бы не сказал, что это резина, это вот, скорее всего такие из пластика рукоятки сделаны, но что-то среднее между резиной и пластиком. Не скажу точно, что это. Защитное покрытие, скорее всего, какое-то. Также есть номер по каталогу, что кусачки, что плоскогубцы имеют. Так, клещи. Вот такие есть клещи с зажимом. Длина их 250 мм. Тоже очень полезная вещь. Так, теперь отвертки. Отвертки идут в наборе крестовые. Вот. Рукоятка из пластика. Здесь надпись Hans. И видите, здесь маркировка самой отвертки и длина также идет. Общее количество отверток у нас в наборе идет 6 штук. Крестовых 3 и шлицевых 3 также идет. Набор зубил. Вот такой набор зубил есть в наборе. Тоже в другой раз может пригодиться. Тут и выколотки, и зубилы идут. Набор ключей разрезных. Еще их называют ключи для трубопроводов. Общее количество 6 штук. И размеры 8-10, 9-11, 12-12. 12-13, 12-14 и 14-17. Сказал 6 штук, ошибся. Здесь в наборе идет 5 разрезных ключей. Так, по комплектации все. Теперь по самому кейсу. Кейс состоит из двух частей. Он идет зеленого цвета. Металлические штифты идут, скрепляет кейс, но сами замки, не замки, вот эти вот петли, они идут пластиковые. Но внутри имеют металлические штыри. Запирается набор на 4 замка пластиковых. То есть по бокам 2 и спереди 2. Сейчас я покажу вам. Сам кейс. А, кстати, показываем мы еще в видео, как инструмент держится в верхней крышке. Постоянно забываю. Ключи здесь очень хорошо держатся, практически нужно усилие, чтобы их вставить, потому что плотно очень держатся в держателях. Также плоскогубцы хорошо держатся и зубила, они даже защелкиваются хорошо. Также инструмент защелкивается и в нижней крышке. Вот. Трещотки хорошо защелкиваются и инструмент не выпадает. Потому что когда инструмент засыпается в нижнюю крышку, то, как говорится, это очень раздражает. Так, вот сам кейс по пластику. Пластик средней жесткости. Во время нажатия пальцем он пружинит. По габаритам самого кейса. Ширина 58 см. Длина кейса 40 см. Вес составляет 14 кг. То есть набор не маленький. Здесь замки запираются вот так нажатием. То есть, но для того, чтобы открыть, нужно будет небольшое усилие приложить. То есть они очень плотно закрываются. Ну и на верхней крышке видите такой орнамент и логотип компании Hans. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому видео понравилось или оно помогло с выбором набора инструмента. До свидания.